Тут такие вот такие потолки красивые. Да, станция Университет Дружбы Народов. Это станция Университет Дружбы Народов Троицкой линии. Я всех поздравляю с открытием новой Троицкой линии, а также с Днем города. В этом году Москве 877 лет. Очень красивые и классные станции. Все очень классно. Лайк. И надеюсь, будет все дальше отлично. И обойдутся без этих всяких проблем и поломок. Ну, как обычно там бывает.